утро 1 мая. На площади имени 1905 года построены к параду войска Свердловского гарнизона. Командующий Уральским военным округом генерал армии Крылов принимает рапорт. Начинается парад. Торжественный марш воинских частей, как всегда, открывают юные барабанщики. Четким строем проходит пехота. Советская пехота, покрывшая себя немеркнущей славой в боях за свободу и независимость социалистической родины. Идут славные советские воины, охраняющие покой и мир на земле. Гул моторов наполняет площадь. Проходит артиллерия. Вслед за войсками просторную площадь заполнила детвора. Наша радостная, счастливая детвора. Площадью целиком овладевает молодежь. Здоровая, сильная, готовая к любым испытаниям. Многолюдным потоком вливаются на площадь колонны демонстрантов. Коллектив прославленного «Уралмаша» накануне 1 мая завоевал знамя ВЦСПС и Министерства тяжелого машиностроения. На стройках нашей страны скоро появятся новые землеройные гиганты с маркой УЗТМ. Трудящиеся Свердловска сердечно приветствуют гостей из Бирмингама. Радостно отмечает 1 мая Свердловск, город металлургов и машиностроителей, создателей новой совершенной техники. Мая, начало весны. Жители села Рамиль во всеоружии встречают эту ответственную пору. К дню 1 мая арамильцы закончили все подготовительные работы к весеннему севу. Кто хорошо потрудился, у того и праздник веселый, радостный. Со всех концов города на площадь направляются колонны демонстрантов. Идут нефтяники, отметившие 1 мая новыми производственными достижениями. Коллективы многих предприятий Молотова встретили праздник большими успехами в труде, досрочным выполнением планов. Угольщики и речники, работники леса и машиностроители, все в этот день не только рады тому, что сделано,
советские люди полны решимости умножить успехи своей любимой отчизны. Праздничное шествие буфе открывают школьники. Не только в своей республике, но и далеко за ее пределами хорошо известны трудовые дела башкирских нефтяников. С начала года нефтепромыслы Башкирии дали стране сверхплана около 100 тысяч тонн жидкого топлива. Трудовая Уфа, досрочно завершившая предмайские обязательства, радостно отмечает всенародный праздник. И здесь праздник открывают дети, те, кому принадлежит будущее. Впереди заводских колонн ижевские металлурги. Во всесоюзном социалистическом соревновании они завоевали первенство. Сталевары и прокатчики, кузнецы и энергетики, все они славно потрудились накануне 1 мая. На залитые майским солнцем улицы Тюмени вышли физкультурники. Здесь чемпионы города и области, обладатели многих призов. Многочисленный отряд тюменских железнодорожников пришел к 1 мая с хорошими показателями. И снова молодежь завладевает улицей. Это студенты. Их сейчас в городе больше, чем было всех жителей в дореволюционной Тюмени. Трудящиеся тюмени, судостроители, речники и механики полны желания претворить в жизнь предначертания партии и правительства. В это майское утро город Курган был похож на цветущий сад. На улице вышла наша детвора. Любят спорт в нашей стране. Спорт – занятие здоровых и смелых. Колонны трудящихся возглавляет коллектив завода «Уралсельмаш». Идут строители, связисты, работники культуры и торговли, советские люди, не жалеющие сил для блага и процветания своей отчизны. Как всегда торжественно отмечает 1 мая Челябинск, ставший за годы советской власти крупным промышленным и культурным центром. Советские люди, осуществляющие идеи великого Ленина, сделали свою страну страной электричества, металла, высокой многонациональной культуры. В день первомайского праздника весь наш народ ярко продемонстрировал свою верность идеям марксизма-ленинизма, свою сплоченность вокруг коммунистической партии.